Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Поговорим о Пятидесятнице, сошествии Духа Святого. Читаем Деяния апостолов, 2 глава. При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небесами. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собою: «Все говорящие, не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились? Парфяне, медяне, эламиты, жители Месопотамии, иудеи, Каппадокии, Понта, Иасии, Фритии, Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих в Киринее, и пришедшие из Рима иудеи и прозелиты, кретяне, аравитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божиих. И изумлялись все, и недоумевали, говорили друг другу, что это значит. А иные насмехались и говорили: они напили сладкого вина. Петр же, став с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил им: мужи иудейские и все живущие в Иерусалиме, сие да будет вам известно, и внимайте словам моим, они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня, но это есть предреченное пророком Иоилем: и будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старицы ваши сновидениями вразумляемы будут. И на рабов моих, и на рабынь моих в те дни излию от Духа Моего, и будут пророчествовать, и покажу чудеса на небе вверху и знамения на земле внизу. Кровь и огонь, и курение дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и славный. И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Вот такие слова мы сегодня слышали из книги «Деяния апостолов», 2 глава. Здесь, когда излился Дух Святой на апостолов, они пошли по всему лицу земли и проповедовали о спасении, об Иисусе Христе. И все люди каялись там. 3000 людей, 5000, столько много было сразу, приходили и организовали церковь. И все примыкали к этой церкви спасенные души.